Let's do it. Привет, друзья! Снова Индия и снова Хампи. Довелось нам приобщиться к популярному транспортному средству. Называется тук-тук или моторикша. Это основное транспортное средство на Хампи. По сути, это трехколесная табуретка с моторчиком. В эту махонькую на первый взгляд будочку спокойно поместится 6-7 человек. На передней скамейке вместе с водителем можно разместить пару человек. Сзади две доски, на каждой из которых спокойно по три попы усядется. Это при относительном комфорте. А при большом желании можно вместить человек 15-17. Кушает это чудо-повозка 3 литра бензина на 100 километров. Амортизаторы обычно не работают, но без них намного веселее. Главное крепко держаться за каркас, чтобы преждевременно не выскочить на очередном ухабе. Моторчик тут стоит сзади. А вот эта веревочка – стартер. Дрррррк! И поехали! Мы с Олегом, конечно же, попробовали, как запускается этот пепелац. В общем, прикольная штука, но на любителя. Если вы побываете в Индии, обязательно прокатитесь на тук-туке, чтобы глубже прочувствовать местный колорит. Пока, друзья! Never leaving the game needs me.